варенька. Варим варенье один к одному. Вот столько ягод и столько же кладем песка. Засыпаем песочком и ставим на огонь. На средний огонь. Не сильный, а средний огонь. Ждем, когда она даст сок, и помешаем. Сок уже дал, можно спокойно мешать. Растворяться. Еще мешаем. Доводим до кипения. И 5 минут варим. Получится 5-минутное варенье. Как свежая брусничка будет. И закипело. Теперь 5 минут засекаем. И помешиваем. Постоянно помешиваем 5 минут. Сейчас я как насчет уходить. Будем газ убавлять. И пеночку снимем. Поднимается. Убавляем газ. На тихом огне 5 минут. Наливаем в креманочку и будем кушать. Чаем пить. Варенье готово. Ягодки как свежие. От того, что не перевариваем 20 минут, а варим 5 минут. Варенье готово. Брусничка. Приятного аппетита.